Молодежный совет при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь начал свою работу еще в 2021 году. Первоначально в его состав вошли 25 человек в возрасте до 31 года. Активисты из колледжей и вузов, интерны и работники медицинской сферы объединились для того, чтобы вместе решать насущные вопросы и продвигать молодежные инициативы. Самая основная не проблема, а скорее направление нашей деятельности – это вопрос закрепления молодых специалистов на местах, чем мы активно занимаемся и вовлекаем в это всех, начиная от учащихся колледжей, студентов медуниверситетов и заканчивая молодыми специалистами. Одним из основных направлений – это строительство арендного жилья с последующей возможностью приватизации. То, что мы часто обсуждаем на встречах с министром здравоохранения, собственно, идея, которую он пропагандирует, которая обсуждается совместно с нами в том числе. Со временем деятельность совета расширялась, появилась необходимость в региональных отделах. Один из них образовался в Бресте. Наша организация представляет собой молодежь, которая участвует в здравоохранении, для того, чтобы мы могли себя как-то представить, развивать свои сильные стороны, участвовать на благо здравоохранения, на благо республики, вот, проявлять себя, чтобы в дальнейшем как бы также продвигаться, двигаться во всех, как со стороны социальных каких-то аспектов, так и со стороны здравоохранения. На этот раз площадкой для проведения заседания совета был выбран Брестский медицинский колледж. Это современное учреждение образования, где ежегодно обучаются порядка 650 человек. Здесь готовят грамотных и ответственных специалистов, поэтому его выпускники стабильно конкурентоспособны и востребованы в профессии. Заслуживает внимания и тот факт, что на данный момент 3 учащихся и 1 преподаватель учебного заведения вошли в состав регионального молодежного совета. Целью этого совета является реализация молодежной политики в Республике Беларусь, становление молодых специалистов и вообще совершенствование системы здравоохранения. На заседании участники обсудили объем выполненной работы за первый квартал текущего года, подняли вопросы, касающиеся дальнейших направлений развития, уделили внимание ближайшим мероприятиям и перспективным проектам. Для молодежи важно представить свое видение, быть услышанными и иметь свое слово. Каждый из ее представителей полон инициатив, а значит, шаг за шагом будет идти к своей цели. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.